Икра и рыба камчатская – выставка продажи морепродуктов прямиком с Дальнего Востока. Особый способ транспортировки гарантирует, что вся продукция свежая, а значит максимально вкусная и полезная. Вот почему даже предвзятые ценители морских деликатесов раз за разом возвращаются за рыбой именно сюда. Я люблю чавычу. Она в меру соленая, приятная и хорошая икра. Вернулся не просто так, потому что хорошая рыба. Спасибо. Всем рекомендую. Какие любите морепродукты? Икру, белорыбицу, чавычу. Да, пришли за этим, потому что это качество, культурное обслуживание, все свежее. И ценовая политика, цена и качество совпадают. Я так понимаю, первый раз здесь? Ну да, не первый раз. К тому же на выставке продажи «Икра и рыба камчатская» представлен широкий ассортимент. 35 видов рыбы горячего и холодного копчения, слабосоленая. Ароматы вызывают аппетит, а если попробовать кусочек, кстати, только здесь продавцы предлагают дегустацию перед покупкой, то устоять точно не удастся. К тому же польза морепродуктов давно доказана учеными. И любой врач посоветует вам включить в рацион жирную морскую рыбку или икру. Особенно это актуально в межсезонье и Великий пост, когда организм испытывает острую нехватку микроэлементов. Чавыча, красную икру, черный только не привозят почему-то. За что любите рыбу вообще? За то, что витамины там полезные очень для здоровья. Чавыча, белорыбица, нерка, омуль, а также красная икра. Желанны к любому столу в праздник и будни. Особенно, если они вкусны, свежи и высочайшего качества. Именно такие морепродукты и рязанцы могут приобрести на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». Возле торгового центра «Премьер» до 10 марта включительно.